Всем привет, с вами Green Knight, и сегодня начнем капхёт какой-то. Не знаю, что-то просили, зачем просили? Смысл? А чё? А, ага. Гениально. О, спасибо. Так, звук, сразу музыку. Вот так вот, наверное, эффекта чуть. Ладно, музыку вот так. Ага, хорошо, графика. Ага. Гениально. Окей, экран. Так, вертикалку выключим, разверт. Хотя вертикалку не включим. Яркость. Не знаю, оставлю. Размытие. А на какой хрен оно вообще нужно? Размытие 0. До свидания. Управление. Ой, господи. Ладно, окей. Назад, звук, назад. Начать. Новая игра. А, разница. А есть разница? Нет? Здравствуйте. Здравствуй, детство, да. Давным-давно на волшебном чернильном острове жили-были два брата. Чашек и кружечек. Кружек. Они росли без забот под присмотром мудрого старого чайника. А, может, просто листай, да? Однажды братья забрались далеко от дома и, несмотря на все предупреждения старого чайника, отправились в казино дьявола. Чашечку и кружечку... Блин, чашеку и кружеку, господи, я не могу так читать. Понравилось казино, и как всем новичкам, им особенно везло. Вот это да, воскликнул шестигранный король, ушлый менеджер казино. Вы только посмотрите, как этим парням везет. Неплохой заход, парни, засмеялся новый игрок. И братья вздрогнули. С ними за столом сидел сам хозяин казино, дьявол. А не хотите поднять ставки? Еще один выигрышный бросок, и можете забирать всю выручку казино. Искушал дьявол. Но если проиграете, я получу ваши души. Идет? Азартный чашек, кивнув, схватил кости и сделал бросок. Господи, чашек, не надо! Вскричал осторожный кружек. Но было уже поздно. Это двойка, засмеялся дьявол, стуча хвостом по полу. Вы проиграли. Братья прижались друг к другу, дрожа от страха. А теперь гоните сюда ваши души. Чашек и кружек умоляли дьявола пощадить их. Должен же быть другой способ покрыть долг, бормотал кружек. Пощадите нас, мистер дьявол, добавил чашек. Может и есть, фыркнул дьявол, доставая свиток с пергаментом. Тут у меня списочек должников, которые сбежали, не расплатившись. Если вы выбьете из них души для меня, думаю, моя кухня обойдется без двух кружек. А теперь марш, крикнул дьявол, и охрана выкинула братьев за двери казино. И помните, если вы не сумеете собрать души до полуночи завтра, я заберу ваши. Чашек и кружек поспешили унести ноги от казино. Слушай, круж, осенила чашека. Надо найти старого чайника. Он наверняка придумает, как нам спастись. Гениально. Да, приятель, попал ты в переплет. А как куда? А, я вижу, тебе надо по нутру плясать под дудку дьявола. Но если бы ты отказался, я бы битого блюда за твою голову не дал. Так что делать нечего. Собери эти чертовы договоры. И будь готов ко всему. Например, что даже самые мирные должники не отдадут свои договоры без боя. Предвижу, они превратятся в жутких монстров. Вот зелье, которое не даст им взять верх. Оно наделит выпившего сверхволшебными способностями. Господи. А теперь иди к моему письменному столу и воспользуйся магической чернильницей. И да начнется битва. А куда? А, на стрелочках? Серьезно? Так, секунду. А если геймпад?
Алло, геймпад, где провод? Провод геймпада где? Господи, все в проводах, все ненавижу. Ненавижу, когда провода, везде провода, провода. А геймпад заработает? Ой. Ой. Соран, пацаны. Удалить игрока 2. Окей. Да не. Давайте-ка вот так. Настройки. Управление. Нет, подожди, стой, тормози. Нет. Да, так, управление. Удалить. А можно как-то... Вот, геймпад, да. Так, давайте-ка я перезапущу с включенным геймпадом, а там, короче, посмотрим. Так, я что-то подключил геймпад. Да господи, клавиатура свали. Так, сейчас попробуем. Алло, здравствуйте, пожалуйста. Так, тихо. Так, удар на Е. Так, это... Ага. Войти. А, вот так вот, да? Все, заработало, то есть. А почему-то... Не ходит. Ну-ка. Настройки управления. Так, а можно как-то... Так, ладно. Давайте будем настраивать вправо. Ага, влево. Вверх. Ага. А, так. А можно удалить. А, движение вверх. Я просто не знаю, как оно будет назначаться. Поэтому я лучше вот так вот сделаю. Жди, в смысле? Ну, я же... Ну, вот, вниз, типа. Алло. Ладно, окей. Движение вверх-вниз. Типа, ну, вот так, да? А если здесь я сделаю... Ну, там в разные стороны получилось. Ну, тут 0+. Ну, ладно. Окей, хорошо. Прыжок. Давайте сюда назначим. Выстрел. Ну, давайте сюда. Не знаю. Я не знаю, что. Я просто спецвыстрел. Нет, спецвыстрел я хочу вот сюда. Заменить вот сюда. Сюда. Стрельба с места. Ну, куда-нибудь сюда. Рывок. Куда-нибудь сюда. Типа, окей, да? Все, это я сделал. Да господи, так, подожди. Ага. Это. Угу. Так. А, маленько почему-то не то, да? А можно менять? Так, это прыжок. Ага. Ага. Так, почему-то и инверсия какая-то. Так. Ага. А если вот так я сделаю? Как-то маленько тупо будет. В смысле?
Ты же сделал мне инверсию. Так, подожди. Так, это вверх. Это... Ага. Это вверх, это вниз. Хорошо, это все. Настройки управления. А. А, не включилось. Подожди. Да почему инверсия-то? Так, подожди. Почему инверсия-то не включается? Ладно, странное говно. А, сейчас, подожди, я, кажется, понял. Так, замените вправо. А, да, я же влево нажал. Вот дурак. Ага. Заменить. То есть это влево. А. Что? Право. Все. Оставляем. Ага. Вроде все, да? Это прыжок, это стрельба. Это окей, наконец-то. Так, это понятно. Это дедуля. Маша. Мышку успокоить. Так, надо убрать мышку, короче, подальше куда-то. Давай, давай, да-да-да-да-да. А, все, да, это выход, это обучение. Хорошо. Вниз. Окей, прыжок. Ага. То есть, а рывок у нас это вот это. Хорошо. Ага, понял. То есть это так, а это можно идти. Ага. Четко. А, нажмите прыжок, можешь? Ага. Окей. Воскрешение. Воскрешение убитого товарища во время... режиме парной... А, только в режиме парной игры. Понял. Спецатака усилена. Атака расходует одну карту спецатаки. Так, а спецатака у меня вот это. А! Хорош. Ну, поехали. Лады. Он сказал чернильницу, да? Ну, ладно, это... Ну, это мы пойдем. А куда идем? Просто сюда, что ли? Привет, парень. Похоже, ты здорово влип. Эх, когда-то и я был таким же вечно влипал в неприятности. Бегал-прыгал тут и там, палил куда ни попадя. Теперь вот остепенился, разве что в киношку выбираюсь. Но в память о бурной молодости я тебе помогу. Вот, возьми. Вы получили 3 золотые монеты. Благодарю. Так, магаз. Так. Свинотека. Здорово. А, специальный, орбитальный. Защита высокая, дальность его урона ниже среднего. Целиться не нужно. А, это вон там выбирается. А, сердце дополнительно добавляет одну единицу здоровья, но значительно снижает силу атаки. А, раструб. Специальный. А, восьмистрел бьет недалеко, но сильно, если понадобится вплотную к врагу. Если подобраться к врагу. Дамовая шашка. Невидимый рывок. Во время рывка вы не получаете урон. Отличный защитный прием. Карусель. Рикошетник. Большая область поражения, но средний урон. Чтобы бить дальше, цельтесь назад. Да-да, goodbye. А тут сад какой-то. А, не прыгай, да? А как тебе попасть, чувак? Давайте сюда сходим. Цветы жизни. Сложность. Дайте обычную. Ух, ё!
А, давно я в эти... Ну ладно, это не, это вроде не сложно. Ай, больно, козел. Свалил нахер отсюда. Ух, ё. А тебе что надо? А, дождь? Серьезно? Ай! А, то есть в него нельзя ударяться, да? Так, минус лучок. Морковка, серьезно? Твою мать! За... А, естественно, повторить. Погнали. Лови. Быстрее убьем, лучше. Копим, короче, на этого. На морковку, блин, гребаную. Так, лучок, поехали, давай. А, так, ага. Да, блин, врезался в него. А что значит розовая капелька? Может, жизнь была? Давай, давай. Да иди, ну иди же, но он не перепрыгивает. Нет, это двойного прыжка. Я почему-то о двойном прыжке думаю. Чё за херня? Че за роза? Надо его ловить или нет? Просто интересно. Да и... А, червяка ловим. Хорошо. Понял, понял. Червячка ловим. Так, розовые эти. Капельки смотрим. Да и эти же пассатижи. Промазал розовый. Так, хорош. А, морковки уничтожаются, все понял. Отлично. Я просто ни разу не попал в морковку, поэтому и думаю, как я думал, как бы это. Ты же должен туда был стрелять. Меня стрельнул, дебил. Давай. А, нет, серьезно? А почему-то до этого тогда нормально было. Интересно, я думал, что червячка надо ловить. Потому что он как-то розовым загорелся тогда. Окей. Хорош. Просто стреляем и стреляем, и все. Лови, дружокчик, пирожочек. Давай, 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 давай. Ага, капельки. Или капельки тоже. Нифига. Да, господи, я давно в платформеры всякие эти не играл. Господи, прям... Ну! Господи! А, да куда ты стреляешь, идиот? Я ж повернул тебя. Серьезно? Да это, ну, дичь, алло. Подальше буду стоять, окей. Ну ты сука! Он выпустил, серьезно, алло. Ай, блин, тупанул. Я забыл, что лук. Ну, я не забыл, я что-то почему-то захотел на центр пойти. Окей, допустим. Все, свали отсюда. Ну, опять с одной хпшкой.
Ах ты козлина. А чё в него не стреляет? Алло. Морковки, пошли вон. Так. Ага. Ага. Морковки свалите, пожалуйста. А, да ты серьезно? Ну почему он не попал в нее? Да блин, меня бесит это дерьмо. Я ненавижу такую хрень. То есть ты спокойно должен побеждать, я не знаю, но ты не побеждаешь. Все, отлично. Короче, а, я точно, да-да-да-да. Подальше от лучка. Смотрю наверх. Угу. Нормально. С тремя жизнями до морковки дошел. Круто. Так, морковки, отвалите от меня. Ну, морковка живучая, падла. Прям в морду ему. Давай, давай, давай. Perfect run. The taking game? Парирование. Набрано карт 6. Что? Парирование. А, наверное, эти розовые предметы. Овощебанда. Договор о продаже души овощебанда получен. А, окей. Ладно. Ага, а вот это что? Лесные безумцы. Беги и стреляй. Окей, бегу, стреляю. Да ты охренел. Пошел вон. Окей, допустим. Нет, нифига не выйдет. Пошел нахер. Ай-яй. Так, нихера не парирование, ничего не знаю. Свалил нахер. А, это не уничтожается, лады. Пошел. Ладно. Ты чё, тварь? Все. Сука. Ладыси, ладыси. Поехал. Отвалите. Даже не думайте. Ага, это не парируется так. Свали отсюда. Ага, да-да-да-да-да. Удачи. А, ничего не понял. Я же парировал тогда вот эту вот хрень. Ага. Отвали. Я ненавижу вот эти вот, блин, это как старые древние, блин, Дэнди Сега, ё-моё, ну это прям жестко. Хоть и... Да ты охренел, пробежал он там вовремя. Все, ладно, парирование, это понятно. Все, что розовое, это парируется, только парируется как-то маленько непонятно для меня. Я хочу научиться парировать. Сверху не парирует. Подожди. Мне теперь интересно. Парируется тип... Да ё, отвали нахер. Чёрт вонючий. Так, господи. Так, ладно, это пора... Вот здесь пора заканчивать. Потому что оно полная дичь. Повторить, естественно, да. На. Ага. Пошел, свалил. Поехали.
Оно не сложно, оно глупо-тупо как-то все это получается. Я не понимаю прикол парирования. Ага. А, в прыжок. Ага, хорошо, все. Понял. Да господи. Ох, ё. Пошел отсюда, даже не думай. Блин. Ну, одному, видимо, сложно играть в это дело, да. То есть, если бы с кем-то, может быть, тогда бы и да. Потому что, ну, ты сдыхаешь как бы сразу. Пацаны, алло, отвалите. Ты туда же, и ты туда же. Ты смотри, решил меня это прыгнуть, блин. Марио грёбаный. Ну, господи, давай. До свидос, покеда. Да блин, я не успеваю нажать. Да ты охренел, в смысле, что за тайминги? Окей. Почему он дохнет при касании, раздражает? Ну пошел, пошел. Да господи. Я хотел это... пробежать просто. Не, это дичь полнейшая. Я не знаю, меня это бесит. Пошел отсюда. Ты туда же. И тебя нахер. То есть, ну вот это вот все стрельба, беготня, ну, такое себе. Свали. Да ты че, сука? Хорош. Да я так и знал, он сейчас попадет, блин. Отлично. Так, свали отсюда. Тут ты... В смысле, я ждал специально, когда он поднимется, чтобы перепрыгнуть его, что... Ну, вдруг он начнет во время как раз моего прыжка, и он меня заденет. А он в итоге успел еще и плюнуть, мразь. Так. Ах, ё. Да нет, ну ты... Нахер ты здесь взялся? Свалили. Оба. Ну ты... Так, хорошо. Ладно, никаких парирований, просто тащимся вперед. Я предполагаю, что ну в такой игре должен быть двойной прыжок, но его нету. То есть на подсознательном уровне я думаю, что есть прыжок, а его нету. То есть он есть в парировании, а парирование, блин, это дичь полнейшая. Свали отсюда. Так, ну-ка, давай, встал быстро. Свалите, пожалуйста. Ага. Хорошо, аккуратненько делаем все это дело. Просто идем потихонечку. Не торопимся. Мы их убьем все равно. Да ты урод! Хорошо. Так. Свали, черт. Ну да, конечно, блин. Так, отлично. И я должен это перепрыгнуть. Все. У меня же есть этот рывок гребаный, которым я не пользуюсь. Окей, да, дичь та еще. Привыкни, блин. Попробуй ко всему этому. Так, ты умер, молодец. Так, уничтожаем все. Все подряд уничтожаем. Хорош. Хорош. Хорош! Четко, давай, 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 давай. Ты встал? Ушел. Хорошо. Не-не-не. Ага. До свидос. Так, прыжок, рывок. Свали отсюда. Ага. Фух. Ох, ё. А ты кто?
Отвали, черт. Пошли нахер. Ну ты и падла. А-а-а, я боялся на Сидева наступить. Меня раздражает эта дичь. Мне уже плохо от этого. Что происходит? Зачем вы заставили меня в это играть? Ага, отлично. Спрятался нахрен гриб вонючий. Мухомор. Ладно, мы, в принципе, тут не обязательно парировать, просто надо бежать. Ага, удачно. Кто? Что? Ты в смысле меня попал, мудак? Да ты... Вот серьезно, вот так вот... Ты угораешь или что просто? Беги и стреляй, да, беги и стреляй. Хороший совет. Ну, монетки-то мне надо собирать, поэтому... А, точно, про рывок не забывать. До свидос, покеда. Я научился использовать рывок, все, отвалите от меня. Ай, больно. Так, допустим, допустим, допустим. Иди нахер. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Так, до свидоси. До свидоси, до свидоси. Отвалил. Ушел. Туда же. Отвали. Просто иди нафиг. Все. Вот это вот вообще неожиданное дерьмо было. Так, вот этого надо вырубить. Ну нет! Ага, хорошо. Ах ты! Я засмотрел, я ж... хотел высчитать тайминг, блин. Да отвали ты. Мне бесит, что это все с самого начала надо. Это прям говно лютое. До свидоси, до свидоси, до свидоси. Пацаны, пацаны, покеда. Пацаны, отстаньте от меня. Хорош. Нет, не выйдет. Пошел вон. Да, хорош. Да ну что ты, ну ты почему в него не попал-то, дурак? Ага, отвалите. Вот такая тварь, просто серьезно, а быстрее лететь нельзя было. Блин, нос зачесался не вовремя, сука. Я думал, успею увидеть. Прям так еще, знаете, ну, как бывает, ну, иногда сидишь и прям знатно нос зачешется. Господи, я сколько я уже здесь торчу, алло. Отвалите, пожалуйста. Дайте мне пройти просто. Я что, много прошу? Ой, хорошо. Да ты, сука, ну вот это тот тварь, блин. До свидания. До свидания. Ой, хорошо, прям четко. Ой-ой-ой-ой, знатненько, знатненько. Мудила, ты меня на второй раз на это не купишь. Да ты... Вот серьезно, он нашел, когда вылезти просто. Ты же попал, прям по рисунку видно было, что ты попал. Ой, блин, не, ну это маленько раздражающее говно. Прям... Ну я же все делаю правильно, что тебе надо? Да ты... Смотри, он добежал все равно до меня. Ну это... Это отстойная попыточка. Да, я нажал кнопку, но он почему-то не отпарировал. Это, ну, это все бред. Это, ну... Пожалуйста, давай. Да иди ты сюда, ну убей меня, алло. Просто, ну, в самом начале просирать жизнь. Не, ну, полнейшая дичь, если честно. Отвали.
Я вроде пытаюсь уже, ну, нормально, но все равно не получается. Я не знаю почему. Цветочек, отвали. Убивать каждую дрянь? Ну, такое себе. Так, отдохни. Парирование. Так, уничтожил, забрал монетку. Парирование. Улетел. Пробежал, пофигу. Нифига, дружище, не выйдет. Так, этот мне не помешает, все. Вот это мне помешает. Парирование, готово, есть. Так, этого наверху мы вынесли. Этого козла мы вынесли, эту хрень мы тоже убрали. Так, ты мне не мешайся. Так, пошел вон. Ага, не получилось, да, гады? Да ты, ну ты серьезно? Все, отвали. Ага, эта хрень не убивает. Эта хрень, значит, не убивается. Так, хорошо. Блин. Ой, хорошо, так. Грибочек нафиг. Ой, знатно. Мне всего оставалось тогда дойти. Три парирования есть, монеты 5 есть, мастерство 2. Здоровье. А с минусом. Эй с минусом. Жалко. Ага. Но это не контракт. Окей. Ну, обычный. Да в смысле? Ты пошел вон. Это кто? Твою мать! Слышь? Ага. Ага. А ты, может, сдохнешь? И чё? Не смешно. Не смешно ни хрена! А-а-а! Я уже испугался. Так, надо рывок не забывать использовать. Ага. Ах ты, сука! Ну, кстати, почти прошел, да? То есть это вторая стадия, у него третья будет. Да блин, я думал, ты уже прыгнешь. Да хоть запрыгайся. Ну, как обычно, с первой попытки всегда лучше. Здравствуйте, месье, пошли. Ага. Да ты, сука, я думал, не допрыгну. Да. Да. Ага. Ой, попал, хорош. Ой-ой-ой-ой-ой, близко было. Чё, чёрт вонючий, а? Выкусил? Это третья стадия, да? А, нет, всё. А-а-а! А в смысле? Так, ну, рип, в смысле? Рип, он сдох, ёп. Господи, какое говно. Да... Да ты смотри... Да в смысле? Ну он прыгает по скрипту. Какого хрена? Это ж можно все выучить. Я просто специально сдох сейчас. Да не бро, ты мне один нахер. Пошел вон. Ага, вот там вот и стреляйся. Да, фу-фу-фу. Ага. Или не по скрипту? Непонятно я.
Ай-яй-яй-яй-яй, прям это опасно было. Не, не по скрипту, окей. Четко. Агася. Ох ты, козел! Увернулся. Я тоже увернулся. Агась. Агась. Ему дает это урон или нет? А, в смысле ты попал? Ты охренел? Ага. Не выйдет. Попал. Ну так себе. Слышь, ты, ну ты уже сдох. Алло, отвали от меня. Да блин, ты мудак или кто? Да в смысле? Ты издеваешься? Ты серьезно? Ты смотри, сколько осталось. Ты кто вообще такой? Ты сдохший шарик. Алло, все, отвали, иди нафиг просто. Да. Страшно прям, что жуть. Ай, да ты в смысле? Да ты серьезно, мудила? Еще розовые вопросики можно это сбить. Гениально. Я об этом прям знаю, ну, типа, знаю, да, и... Да отвали ты от меня, алло, лень. Чё ты на меня прыгаешь? Ох ты, смотри какой, а... Дерз. Он прям на меня прыгнул. Да в смысле, что это за отскоки, блин, такие? Ты прикалываешься сейчас или чё? Нифига не выйдет, отстань. Да. Не-не-не, нифига. Пошёл вон. Ой-ой-ой. Да! А в смысле? Я сейчас не понял. Это что было за наперёд... Я даже еще этого действия не продумал. Так, ну он туда улетает. Ты серьезно, козел? Нифига не выйдет, иди нафиг. Ну, он меня зажал, то есть я... Я не выбрался бы от... Пригнуться, ну да, конечно же. А ничего, что я просто повернулся к нему. Ладно, давай убиваем. Да. Это дичь, это полная дичь, я вообще не понимаю этого. Я же просто на него повернулся, что не так? То есть он во время прыжка, то есть он уже подлетел и задел меня тем, что стал ближе ко мне. Да. На. Получай. Блин, промазал зря. Да, удачи. Ага. Ага. Пошел вон. Я теперь надо не забывать пригинаться, да. Да ты мудила, блин. Вонючая тварь, ты смотри, что ты наделал. Ай, зря потратил. Да твою мать, ну ты... Ну не, ну это дичь полная, это, ну... В каком-то смысле это может быть и интересно, а в каком-то и нет. То есть, ну, платформеры, ну, серьезно.
Да блин, да ты срань вонючая. Взял, задел меня. Да как ты так, ну? Просто как ты, ну? Он просто наперед это сделал. То есть это идеальное уклонение было. До свидания. Ага, удачи. В смысле достал? Ну я просто не хочу. То есть профукивая жизнь вот на этом, ну, на первом моменте, это, ну, бессмысленное продолжение дальше. Ага. Ага. Да-да-да-да, ты очень страшный. Давай-давай-давай-давай-давай. Не, нифига не выйдет. Да ты... А, мне деваться некуда. Да ты, ну, может, свалишь от меня, чучело ты тупое. А, ну да, он еще... Как он меня бесит, ну, серьезно, что за говно? Кто это придумал? Ага. Не-не-не, ты меня не достанешь. Фух. Я прям в угол встану. Не-не-не, не выйдет. А как ты меня задел, тварь ты? А куда ты вниз стрельнул, деблазоид? Меня прям просто это бесит. Здравствуйте, месье Шарик. Месье Шарик, отстаньте от меня, пожалуйста. Сдохните. Почему ХП не показывается у них? Он опять наперед все это сделал. Ты смотри. Да-да-да, конечно. То есть до этого это работало, да, а сейчас это не работает. Подряд, да? Ты издеваешься или что? Блин, он прям в угол прыгнул. Ну, я прям не могу. Давай, давай еще раз. Давай, да давай уже. Да, спасибо. Это долго, это дичь полная. Я не думал, что это настолько сложно будет. Ага, удачи. Нифига. Вот так вот, да? Что за отпрыги, блин, и прям в меня? Ты издеваешься или чё? Ага. Да почему? Ага. Ого. Он рассчитывает на это, то есть... Да как ты меня сейчас-то задел? Алло, ты чё, идиот или что? Там такое расстояние было нормальное. Не, good day, засунь себе в одно место, если честно. Да почему ты в угол-то прыгнул? В смысле он меня задел? Я же уклонился. Не бро, ты мне эти сказал, иди вон. Ага, ага. Не-не-не-не-не, пошел вот. Да в смысле ты прям на меня прыгаешь? После вот этой фигни. Ты должен как-то, ну, подруг... Ты чё, охренел? Он после этой херни всегда прыгает на меня. Он после этой херни всегда на меня прыгает. Чё за хрень? Ладно, будем уворачиваться. Ну тут у него не получилось на меня прыгнуть, да? Так, хорош. Не попал, серьезно? Ч
Чувак, пошел нафиг. Ага. Да куда ты вниз ты стрельнул, идиотина? Ой, хорош, увернулся. Да куда ты? Просто в него постреляй. Да как ты? Ну ты издеваешься или что? Хорошо. Ага. Блин, промазал. Да давай, сдохни уже. Едите, он меня сейчас хотел подставить. Продолжаем просто бежать в противоположные стороны. Наконец-то ты сдохла, говно вонючая. Да здоровье тут вообще не вариант. Да-да, я хочу посмотреть, что там. Би. Понятно. Так, договор о продаже души Тянук де Грант получен. Пойдемте вниз, наверное. Вот эту монетку хочу. Так, ну это понятно, ладно, монетка. Ёлки-палки, чтобы я еще раз своей кровной доверил банку. Насколько я знаю, дьявол и там всем заправляет. Не видать им моих бабок, лучше я устрою пару нычек. А если кто-нибудь найдет пару монеток, ну значит молодец. Вот так-то. Хе-хе-хе. А, типа, надо поискать, да? Так, хорошо, да, давайте попробуем что-нибудь купить. Здорово, да. Ну, давайте возьмем. Разрушитель. Медленное оружие для средней дистанции. Носит значительный урон. Для средней дистанции. Ладно, пока пускай. Эй, парни, чтобы использовать купленные прибамбасы, их нужно экипировать и открывать меню снаряжения. А что есть меню снаряжения? А, Shift. Окей. А-а-а. Ага. А. О, типа окей, да? Так, хорошо, допустим. Это я сделал. Обычная. А, я мог ставить низкую сложность, я бы тогда быстрее мог. Ага, смена оружия. Пацаны, отвалите. Ну, хотя бы вот так, да. Ай! Окейшки, пацаны. А, вон как оно. Ишь. А в смысле? Пацаны, отвали. Так. Я на середине был. Окей, так. Да что ты делаешь, алло? Лягушка плюется огненными мухами. Да в смысле, я хотел парировать. А, зашибись парирование. Прям под следующий удар. Просто гениально. А чё сразу-то так?
Фух. Мухи, окей. Мухи. Мухи, мухи, мухи. Ну хотя бы целиться не надо теперь уже. Ай, больно. И... Так, вторая стадия, поехали. Ой, господи. Пацаны, отвалите, пожалуйста. Так, мух своих это прибереги там себе на ужин. Так, ага, ага. Забирай, получайте. А если я поменяю... Так, нет, сначала мух надо уничтожить. Поменял оружие, хорошо. Ай, слишком близко. Да дурак, я думал, она внизу будет. Давай, 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 давай. Ай, не-не-не-не-не-не-не-не-не, нифига, нифига, нифига. Нифига, пацаны. Слышь, вентилятор выруби свой. Ох, йоу. И... О! В смысле? Я... Что это? Что за... Этот, господи. Так, забирайте своих мух. Окей. Давай, забирай. Так, поменять оружие. Поменял оружие, хорошо. Поменял оружие, поехали. Так, свалили пацаны. Ай, ты, козлина, попал в меня. А? Смотри на него. Не получится, нифига не выйдет. Ой-ой-ой, близко было. Охренеть. Так, от монеток уворачиваться надо. Ага. И? Что это значит? Тигр? Ай, больно. А, от этого не увернуться, ну алло, ну в смысле? От этого вообще никак не увернуться. Я хотел это. Хотел парировать, чтобы набрать вот эту фигню. До свидания. Господи, еще и зачесалось. Отстань. То он прям в меня швырнул, гад. Прям знатная говнина. Давай, ты вниз, да? Ага. Вниз, ага. Ну, блин. Оно того не стоило, если честно. Давай, 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 давай. Получайте, твари, давай. Еще разочек. Блин, я видел, прям в меня летела скотина. Ага. Я запутался, куда мне надо. Дичь, просто дичь. Лови своих мух обратно.
Ой, хорошо. Ой, хорошо прям. Оставим напоследок лучше. Так, отвалили от меня мухи? Да в смысле ты подпрыгнул, дурач? Ой, хорошо, прям нафигачил им по самые не хочу. Да козел, все равно в меня попал, а ты смотри. Я пытался. Потерялся, На-на-на-на-на-на, не получится. Нифига, пошел вон. А в кого? А он бьется вообще? Но он просто не моргает. Я думал, сейчас вот эти вот прыгающие будут. Они еще и разные атаки. Ну ты серьезно? Алло, игра, угомонись. Блин. Забирай своих мух обратно. Давай, 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 иди сюда. Че, вы думаете, вам все можно? Да ни хрена, лягушки, блин. Жабы вы, а не лягушки. А может вы и жабы? Ах ты, козлина, прям в меня попал. Давай, давай, все, это следующая ваша стадия сейчас. Господи, как все. Ага. Так, здесь они не это. Это было подло. Я забываю, что нельзя врезаться в них, блядь. Это прям хрень полная. Я врезаюсь, и на этом и все. А, это серьезно, первый стрельнул. Ой, хорошо. Ой, блин, знатно, 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 знатно. Хорошо. Давай, забирай. Еще хочешь пострелять, дружище? Так, ага, ага. Ой, хорошо. На, на, туда же. Рано прыгнул. Прям вторую стадию разнес сейчас им. Ну должен, он все, вот он больше не должен ничего делать. Я им столько на так. Да. Значит, урон все же. Все же урон. Окей, монетка. 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 Ой, хорошо. Короче, как монетка вторая вли. Да нет, ну дьявола, иди нахрен. Так, хорошо. Так, прыгаем, 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 прыгаем. Я думал, я просрал опять. Реально, ну это говно. Так, новый рекорд. Фу. Отлично. Еще одних баранов, блин, забрали. А, это... Так, подожди. А, я сюда могу прийти, да? Ага, вот здесь кого-то еще можно. Дух, изыди! Эй, постой-ка, ты что, живой? А я тебя чуть было не перепарировала. С духами только так и получается справиться. Стрелять по ним бессмысленно. Тела-то нет. Но хоть ты и не дух, изыди все равно. Ходят тут всякие, рыбу пугают. Смешно. Смешно. Ладно,
на сегодня на этом закончим и продолжим в следующей серии. С вами был Green Knight. Подписываемся, ставим лайки, комментируем. Ссылка на плейлист и на паблик в описании под видео. Всем пока!